Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM 2019. Максим, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я знаю, что у вас есть какая-то уникальная разработка, технология. Да, спасибо. Есть действительно уникальная технология. Она заключается в том, что любой покупатель может получить свою собственную 3D-модель, свой цифровой аватар. Это открывает для покупателя возможности персональных рекомендаций, одежды с учетом его обмеров, с учетом его типажа, с учетом его цвета кожи, цвета глаз, цвета волос. И для продавца это позволяет сократить возвраты одежды, которые не подошли по фигуре, и, соответственно, увеличить конверсию. А для производителя это дает статистику, которая уточняет размерную сетку, которая позволяет сделать ее более адаптированной под реальную аудиторию. Правильно я понимаю, что вы эту технологию предлагаете внедрить покупателям и продавцам, и производителям, всем сразу? Да, действительно, у нас на разные целевые группы сразу же нацелена технология. Бизнес у нас B2B2C. Сейчас уже есть ряд партнеров и даже в том числе инвесторов. Например, Marks & Spencer является инвестором нашей компании. С ними мы делали пилот недавно в Лондоне. Также у нас сейчас с ними в сентябре очередной пилот запускается. С торговыми центрами также мы делали успешную серию, даже, я бы сказал, пилотных запусков с Мегой, где одновременно много разных брендов подключили. И сейчас, кроме того, у нас открывается новое направление по работе с MTM, с Made to Measure, где индивидуализация, собственно, происходит под конкретный 3D-скан. Спасибо большое, Максим. Очень рады. Интересно было узнать про эту технологию. Удачи вам в бизнесе.